Этот фильм – лаконичная ретроспектива более чем вековой истории Государственного русского театра драмы имени Горького в Астане. Инициатива создания фильма принадлежит Борису Геннадьевичу Маевскому, заслуженному работнику культуры Казахской ССР, который занимался вопросами культурного строительства практически всю жизнь. Тонкий ценитель искусства и страстный поклонник театра Борис Геннадьевич в течение многих месяцев вместе с сотрудниками Краеведческого музея скрупулезно изучал историю развития театральной жизни Акмолинщины, по крупицам собирал материалы для театрального музея, встречался с артистами и режиссерами, участвовал в съемках фильма. Сейчас, когда театр отметил столетие со дня театральной жизни, со дня начала театральной жизни в нашем городе, появилось много энтузиастов, которые хотели запечатлеть все, что было в этом театре за долгие годы. Музей располагает уникальными экспонатами. Довоенный период, военный период, послевоенный период. Завершается 54-м годом. Я полагаю, что мы его строили не столько для тех, кто придет в театр, сколько для тех, кто в театр не ходит. Они увидят актеров, которые запечатлены разных эпох, разных времен. И если хотите, то это некоторое эстетическое воспитание нашего зрителя. К сожалению, фильм о театре Борис Геннадьевич не увидел при жизни. Безжалостная болезнь заставила его слишком рано оставить этот мир. Авторы фильма постарались максимально сохранить концепцию, задуманную Борисом Маевским, и оставили предложенное им название. Желоба коридоров иссякли, гул отхлынул и сплыл и заглох. У окна, опоздавших к спектаклю, вяжет вьюга из хлопьев чулок. Над землей стремительно летит 21 век, а на сцене Русского театра драмы спектакль по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». И был день. Внимание, радиоэлектроцех, мы готовы, начинаем. Это век 19-й? Оказывается, что нет. Меняются эпохи, общественно-экономические формации, даже природные ландшафты меняют свои очертания. Но люди остаются прежними. И как во все времена их волнуют одни и те же проблемы. Любовь и ненависть, дружба и предательство, честь и измена внутренней сущности, определение своего места в жизни. Мне надо было узнать, посмею ли я. Ложь ли я, как все, или право имею? Тварь ли я дрожащая или человек? Нет улик, и не будет. Господин Раскольников, Родион Романович. Вот он, болен!
Я в полной надежде, что мое имя не совсем уж вам безызвестно. Так что же вы еще не получали письма? Чего мы хотим от театра? Театр дает нам возможность услышать более громкий и более нежный голос, чем голос жизни. Хотим увидеть на сцене все, чем богат мир. Так писал Юлиус Фучик. И вся история театра – зримое подтверждение этим словам. За нищету не только палкой, но и метлой выгоняют из компании человеческой. Вам приходилось на Неве на сенных баржах ночевать? Нет! А я уже оттуда пятую ночь. Когда вы знаете, что денег вам не дадут, и все равно отправляетесь. О, зачем же ходить? А ведь потому что всякому человеку нужно куда-нибудь идти. Столичный русский театр драмы – один из старейших в республике. В конце 2000 года он отметил свой столетний юбилей. Но начало театральной жизни на Акмолинщине уходит корнями в еще более далекое прошлое – последнюю четверть XIX века. Сколько лет городу, почти столько же и театральной жизни в нем. Местная интеллигенция, купечество, представители других слоев общества задолго до создания профессионального театра увлекались постановками любительских кружков, проходивших в частных домах. Несмотря на поддержку меценатов, артисты бедствовали, не имея постоянного помещения и регулярного дохода. А между тем интерес к театру возрастал. Поистине историческим было постановление Акмолинской городской думы от 20 июня 1899 года, которым поручалось управе приобрести здание для общественного театра, выделив на это из городских сумм 100 рублей. Так, 1899 год стал годом создания профессионального театра, первым руководителем которого был специально приглашенный из Семипалатинска политически ссыльный господин Моисеев. В архиве городского музея сохранилась очень ценная фотография 1913 года. На ней труппа театра, занятая в постановке спектакля «Иван Сусанин», посвященного 300-летию царствующего дома Романовых. Это свидетельство того, что наряду с водевилями, пьесами местных авторов, артисты успешно играли и сложные спектакли. С 1912 года в Акмолинске начала работу татарская группа театра. Спектакли пользовались успехом, и театр продолжал работать, несмотря на наступившие сложные времена. В 1918 году Сакен Сейфуллин ставит свою пьесу «Бакыт Жолунда» и другие спектакли. А в 1919 году для театра выделяется часть Народного дома. Постепенно комплектуется штат из артистов, художников, гримеров, декораторов. Так складывался творческий коллектив и приходил успех. В репертуаре тех лет и классика мировой драматургии, и пьесы малоизвестных авторов. Местные газеты регулярно публикуют рецензии на спектакли. В 1939 году театру передают здание, в котором он находится и по сей день. Вся история театра – это зеркальное отражение времени, общества и происходящих в нем процессов. Военные годы были наиболее сложными для театра, так же, как и для всей страны. Мужчины уходили на фронт, а оставшиеся женщины и старики не сумели обеспечить полноценную работу театра, и в 1942 году он распался. В мае этого же года в Акмолинск специальным поездом прибыл Ворошиловградский русский драматический театр. В него влились остатки местной труппы.
и театральная жизнь в городе возобновилась. Через год варшаловградцы покинули Акмолинск, но часть актеров осталась в городе. К ним присоединились артистки, бывшие узницы Алжира. И в 1943 году был организован областной музыкально-драматический театр с двумя труппами – русской и казахской. Первую возглавила Олимпиада Лабунская, а вторую – Закфит Налина и Сахибжамал Гизатуллина. Время не сохранило документов, фотографий и других артефактов довоенного и военного периода. Но зато у авторов фильма была возможность пообщаться с живыми участниками театральной эпопеи тех далеких лет. Одна из них – Сахибжамал Гизатуллина, плесунья, певица, артистка с большой буквы. Ей уже за 80, но молодо блестят глаза Сахибжамал, когда она вспоминает тех, с кем вместе выходила на подмостки, радовала зрителей своим талантом, приобщала к высокому искусству. Меня по направлению казахский театр Караганду послали. Ну и мы стали организовывать. Налина, я, Бабаков. Нас афишировали, что постановка Капана Сатыбалдина «Жарыс», это соревнование, и двухчасовой музыкально-литературный сценки. В театре всего 300 мест было. Мы сами печку топили, золу выгребали, уголь таскали, пол мыли, и все мы сами делали, а вечером играли. Незабываемое, волнующее впечатление у зрителей остались от спектакля, поставленного по пьесе Габита Мусрепова «Козы Карпеш» и «Баян Сулу». Роль Баян навсегда осталась для Сахибжамал самой любимой. Я взяла это «Козы Карпеш», читки сделали. В первом составе я, в втором Белялова, в третьем была Мадина. Декорация не очень сложная была. У нас прекрасно прошла это «Козы Карпеш», «Баян Сулу». И уже вечерами ездили Кургальжино, Красный флаг. Вот так мы выезжали. Потом сразу я взяла Айман Шолпан. Нам тогда по 30 метров мануфактуры, мы же голые боссы были. Материалу дали, калоши. Теперь не деньги, продукты немного. Мы ожили и нас поддерживали. Громом среди ясного неба грянул приказ Совмина о закрытии нерентабельных театров. Эта участь постигла и Акмолинский театр. Выходом из этой ситуации явилось создание передвижного от Басарского межрайонного колхозно-совхозного театра, куда перешли все актеры, не уехавшие из города. Туда же передали и большую часть реквизита. Возглавила его Закфит Налина, а Сахибжамал была ее первой помощницей. Я в 46-м уехала, в 48-м два года у Натальи Ильиничны САЦ работала. Я в колхозно-совхозный театр пошла в 50-м году. 50-м. Там в основном была постановка, колхоз приезжаем, совхоз. Люди с работы приходят поздно, дома у них дермень, это надо, живут плохо, а мы там им и помогаем. В 12 начинаем постановку, потом 2 часа концерт. Люди не уходят утром, когда коров табун гоняет, и мы уходим. Это час, может быть, перерыв уже в следующую ферму. Опять-таки концертные программы, тот же «Козы Карпеш», там же «Алдар Косе», уже «Энлек Кебек», большие постановки стали ставить, даже в этом колхозно-совхозном. У нас тогда была Раиса Исаковна Горешник, пианистка. Я им подпеваю, этим музыкантам, и они на слух мои казахские песни набирают. Мы ездили с Нальной Дьякова с Марулиной из Сахаровки привезли. Где бы ни работала, везде было почет и хорошо было. В 1955 году этот передвижной театр прекратил свое существование.
Казалось бы, занавес опустился надолго. Но начиналась новая эпоха, великая целинная эпопея. В республику в целом и в Акмолинскую область и областной центр в частности прибывают сотни и тысячи добровольцев, которым предстояло покорить новые земли, вдохнуть новую жизнь в необъятные целинные просторы. Экономический и социальный подъем целинного региона способствовал бурному развитию культуры и искусства. 10 сентября 1955 года был издан приказ Республиканского министерства культуры об открытии в Акмолинске областного драматического театра. В Москву для формирования артистической группы выехал начальник областного управления культуры Михаил Шкляев, который впоследствии стал первым директором Дворца Целинников, ныне Конгресс-холл. Главным режиссером нового театра стал народный артист Казахстана Евгений Орел. Он вместе с обновленной труппой, в составе которой были такие замечательные артисты, как Елизавета Марулина, Леонид Групп, Елизавета Бажина, Мария Акимова, Павел Дьяков, Константин Чистяков и другие, создали множество спектаклей, оставивших яркие и незабываемые впечатления в сердцах зрителей и истории театра. Буквально через 3 месяца впервые открылся занавес уже целинного театра. Спектакль по пьесе Гусева «Иван Рыбаков» зрители приветствовали стоя. Традиции Евгения Орла в 60-е годы были продолжены молодым режиссером Александром Смеляковым. Труппа значительно помолодела. Рядом с молодыми артистами продолжали играть те, кто уже имел громкое сценическое имя и зрительский успех. Молодая, только окончила институт Минский театральный. Пришла в этот коллектив. Коллектив был замечательный. Были такие корифеи театра. Орел Евгений Ефимович, главный режиссер был театра. Группа настолько сильная, что мог бы любой театр позавидовать, столичной такой вот группе актеров. Вот это были мои педагоги, вторые. Первую роль я сыграла, Аннушка такая была, служанка спектакля Островского. Марулина играла Кручинину, красавица, и я служаночку играла. И помню, первый на репетицию мы собрались, я сижу, такая сидит актриса, а у меня руки дрожат. Я вот настолько волновалась, она говорит: да не волнуйтесь, не волнуйтесь, все нормально. Я вот какая-то материнская забота была. Я, сейчас, мне кажется, такого уже как-то уходит все со временем. 40 лет отдала Инесса Горошевич любимому театру. За это время она сыграла более 100 ролей, которые принесли ей известность и чувство внутреннего удовлетворения, беспокойной, но такой живой и неповторимой профессии актрисы. И только переезд на постоянное место жительства в Россию прервал ее творческую карьеру в столичном театре. Но духовные связи остались, поэтому в каждый свой приезд в Астану она спешит в родной театр, подышать его особым воздухом, пообщаться с бывшими коллегами, посмотреть на молодых. Я думаю, театр всегда будет, если он хороший театр, если он оправдывает надежды зрителя, то он никогда не умрет. У театра разный зритель. Кто-то приходит сюда убить время, кто-то ходит на любимых актеров. Но есть и особый зритель – это истинные театралы. Они следят за всеми новыми спектаклями, испытывают живейший интерес к появлению новых актеров и, конечно, новых режиссеров, потому что каждый новый режиссер – это маленькая революция в театре, это новая эпоха. Ведь именно режиссер определяет творческий почерк любого коллектива.
Именно таким режиссером стал Илья Иванович Сермягин, который пришел в театр в середине 1966 года. Яркая, неординарная личность, человек без остатка, отдающий себя любимому делу, он поставил спектакль, который нельзя было не сыграть на целинной земле. «Поднятая целина» по роману Михаила Шолохова. Я давно как-то так поглядывал на инсценировку романа Шолохова «Поднятая целина», тем более появившись в городе, который носил в то время имя, тоже целинное, Целиноград. Мне казалось, что просто необходимо осуществить эту постановку. Меня поддержал коллектив. Мне пришлось поехать в Москву. Это были времена, когда формировалась труппа в Москве, всеми театрами Союза. Мне удалось пригласить группу артистов, весьма любопытных, с весьма любопытной творческой биографией. Люди эти прижились, заинтересовались постановкой. За два с небольшим месяца осуществили эту постановку по роману Шолохова. И самое главное, что он был не копией какого-то спектакля, какого-то крупного театра, а просто самобытный, родившийся здесь, в нашем Целинограде, спектакль под названием «Шолоховского романа». Илья Сермягин открыл для зрителей новых актеров, ставших впоследствии чрезвычайно популярными: Миловидова, Архипенкова, Боженко, Прилуцкую, Иваненко и других. Сыграно на этой сцене, наверное, более или около сотни ролей, но образов создать, наверное, на пальцах руки можно пересчитать. Вот роль Давыдова в пьесе «Поднятая целина» явилась ли таким этапным образом? Но это была моя первая работа в этом театре. В 1966 году сама постановка, она была этапная для театра. Она требовала, конечно, отдачи большой. Когда есть понимание с режиссером-постановщиком, тогда, наверное, самые идеальные условия. Роль Разметного в спектакле «Поднятая целина» сыграл тогда еще молодой артист, а ныне заслуженный мастер сцены Владимир Степанович Иваненко. Роль Разметного – это первая роль при Илье Ивановиче, когда он только пришел. Спектакль был очень такой яркий, в то же время бытовой. Но тогда время было такое патриотизма, такого возвышенного времени. И его забыть и вычеркнуть из своей памяти, из своего сердца, из своей души никак не получится. Это было необыкновенное время. По глубокому убеждению Владимира Иваненко, главное качество для артиста – человеческие качества. Плохой человек не может быть хорошим артистом. Актер по своей сути очень жадный человек к ролям, к творчеству. При Илье Ивановиче Сермягине было, самый, наверное, ярчайший творческий путь у меня. Вот из всех 40 лет он умел необыкновенно заряжать актеров своей ответственностью, своей серьезностью, своей необыкновенной требовательностью и ответственностью перед тем, что потом получится. Потому что мы выходим на суд зрителя. Театральные будни и праздники, репетиции и премьеры, концерты, бенефисы, спектакли, спектакли. У режиссера Ильи Сермягина их были десятки. Но особый успех на долю театра выпал в связи с постановкой спектакля «Сакен Сейфуллин» по пьесе выдающегося казахского писателя Сабита Муканова. Я родился в Казахстане, это моя родина. Один из ведущих писателей нашей республики написал пьесу о Сакене Сейфуллине. Как ни странно, он уже в возрасте человек, но он почему-то тоже ко мне относился очень благосклонно. Назначил свидание, мне пришлось вылететь в Алма-Ату. И я получил первый вопрос в лоб от Сабида Муканова. Он мне прямо сказал: «Скажите мне, как вы относитесь к пьесе?» Получив такой вопрос от Сабида Муканова, нравится ли мне пьеса, я ему ответил, что она мне нужна, эта пьеса, я должен ее поставить, я хочу ее поставить. Но разрешите мне сделать какие-то купюры, как-то сократить эту пьесу. И он ответил не словесно,
открыл в большом двухтумбовом столе одну из тумб и достал ножницы размером сантиметров, наверное, в 30 или 40. Знаете, бумагу режут этим. Он мне их вручил и сказал: вот вам ножницы, вы режиссер, а вот моя пьеса. Что хотите с ней, то и делайте даже ножницами. После этого я был окончательно покорен. Роль Сакена сыграл молодой талантливый артист Геннадий Пономарев. Его искреннее и темпераментное исполнение главной роли до слез поразило Гульбахрам, жену Сакена, и самого Сабита Муканова, которые присутствовали на премьере спектакля, которая состоялась в декабре 1967 года. Успех спектакля – это итог совместной творческой работы и автора пьесы, и артистов, и, конечно, режиссера. В первую очередь надо любить тех, кто воплощает твой замысел. Любить и верить этим людям. И помогать им в выполнении своей задачи. Ушел из театра Илья Сермягин. Его сменил Виктор Трегубенко. В разные годы здесь работали Юрий Герасимов, Вячеслав Пинчук, Юрий Кокорин и другие. К сожалению, нет возможности сегодня показать фрагменты спектаклей прошлых лет. Видеолетопись не сохранилась. Они живы лишь в памяти зрителей и актеров, которые продолжают работать в столичном театре, таких как Галина Петровна Краснова. Один из последних спектаклей с ее участием «Пока она умирала». А давно мы не ели с тобой омлеты, напрасно! По тебе ничего нельзя угадать. Мамочка, так как насчет омлета? Слова прожарены с тертым сыром и сельдереем. Ну можно я спрошу тебя хоть перед смертью? Это очень-очень важно. Первые работы были в спектакле «Всеми забытый Хикмета». Но вот я вспоминаю «Антонина» в Егоре Булычеве, «Зубной врач» Нина Бегак. «В этом милом старом доме» называлась арбузовская пьеса. Вот они мне очень запомнились. Где-то позднее «Старуха» в «Сестрах» Разумовской. Галина Петровна в театре более 40 лет. И за эти годы не устала, не растеряла способности молодо радоваться каждой новой роли и восхищаться красотой окружающего мира. Надо же, какой интеллигентный человек! Пришел с розами, шампанским, присел на минутку и тут же убегает. Это даже как-то старомодно. А были ли у вас в жизни ситуации, когда какое-то неожиданное происшествие, событие помогало вам в работе над какой-то ролью? «Кафе Лира» играла майора милиции. Там воспитывали подростков. И в это время у меня обворовали квартиру. Я вызвала бригаду и наблюдала, как они работают. Потом познакомилась и ходила, как допрашивает следователь, смотрела. В общем, я считаю, что это мне помогло. И потом мы даже переписывались с моим вором. Это оказался студент техникума. И вот несколько писем у нас. Была такая интересная ситуация. Нет, я вас не отпускаю. Извольте снять пальто для начала. Я предлагаю всем выпить. Вернее, я предлагаю всем чокнуться. А выпью я одна. Танечка, ну позволь, говорю, выпить. Спасибо, я не буду пить. Не будете пить, но почему? Есть же какая-то причина. Я за рулем. Ах, вы шофер. Прекрасная профессия. За вас, Игорь, и за Танечку. А? Чтобы на этот раз у вас получилось все. Уже получилось, гораздо больше, чем я рассчитывал. Сказано прекрасно, за вас. Ты сегодня, Танечка, пьешь за троих. Ой. Когда окунаешься в волшебный мир театра, то невольно задаешься вопросом, в чем секрет популярности того или иного спектакля. Бывает так, что и режиссерский замысел гениален, и артисты воплощают его с максимальной самоотдачей, а зритель остается равнодушным, пассивным.
Наверное, главное, чтобы в сложном живом организме, который представляет из себя театр, все его звенья работали на главный результат – успех нового спектакля. Это свет, это звук, это новая музыка к каждому спектаклю, которую вдохновенно создает молодой композитор Евгения Терехина. Это театральные декорации, которые помогают превратить обычные театральные подмостки в совершенно особую среду, где жизнь протекает по иным законам, погружая зрителя в волшебный мир. Таким простым волшебником 43 года проработал в театре художник Виктор Трофимович Степанов. Сейчас он живет в Германии, но до сих пор скучает по родному театру. Первая моя здесь работа была, это «Старик Горького», «Солдатская вдова». Художник должен знать архитектуру, историю архитектуры, историю литературы, историю искусства, ну и так далее, и так далее. Там историю быта, потому что со всем этим приходится встречаться. И процесс такой сложный, потому что вот поначалу это процесс приятный, когда ты сам с собой. Когда-то давно, ну это было еще начало 50-х годов, на афише всегда печатали главный режиссер, главный художник. И они играли одинаковую роль совершенно. Потому что один руководил одним, другой другим. Все производство лежит на плечах художника. Все производство, без исключения. Театр для актера – это храм, а сцена – алтарь, на который он приносит все свое мастерство, темперамент, честь, жизнь. Хорош тот театр, где умеют ценить талантливого актера, где рождаются театральные династии. Русский театр драмы в Астане – один из их числа, а династия Архипенковых, к примеру, зримое тому подтверждение. Десятки лет работают в театре народный артист республики Владимир Архипенков и его жена Светлана Прилуцкая. Традиции продолжает их сын и внучка Кристина. На бенефисе известных актеров в театре был аншлаг. И для артистов, и для театра это главный показатель неслабеющего зрительского интереса. Преимущество молодости в одном, ну, преклонный возраст, так будем говорить, это более мудрость, более опытный становится артист. Так что хорошо, когда это все сливается. Хотелось бы сыграть какую-то пьесу о сегодняшнем именно дне, в нашем сейчас сложное время. Я всю жизнь мечтал сыграть короля Лира Шекспира. От переполненного зрительного зала и ярко освещенной сцены удалимся в сумрачное закулисье и запутанные театральные переходы. Это особая среда. Она живет своей таинственной, скрытой от глаз непосвященных жизнью. Ее населяют настоящие кудесники, которые помогают актеру воплотиться в неповторимые сценические образы своим отточенным профессиональным мастерством. Только сама хозяйка гримерного цеха Людмила Францевна Венгеровская может разобраться в своем сложном хозяйстве, уверенно и безошибочно найти здесь необходимую вещь. Самое главное, наверное, найти контакт с актером, с режиссером и с художником. Потому что бывает так, что актер хочет одно, режиссер другое, а художник видит совсем по-своему. Определенную, допустим, роль, характер какой-то он видит свой. И вот нужно вот соединить все это. И самое главное, чтобы это легло на роль. Более 30 лет работает Людмила Францевна в театре.
Здесь проходит вся ее жизнь. Болеть и отдыхать нельзя. Заменить неким. Поэтому она никогда не смотрит на часы. Ее день не нормирован, а сутки безразмерны. Очень много знать, наверное, во-первых, надо, потому что это невероятное количество ролей, эпох, персонажей. Я сначала читаю пьесу. Вот я прочитала, я, допустим, вижу, прихожу к художнику. Да-да, тут еще от индивидуальности актера зависит. Образ портретный. Вот, допустим, Ленин, Сталин, Горький, там вот то, что вот я делала, Дзержинский, допустим. Бывает, что лицо совершенно не подходит к этому образу. И с одного человека сделать совершенно другое. Тот грим, который, допустим, был 20 лет назад, 30 лет назад, 40-50, он ушел. Вот этот вот такой вот яркий, сейчас более мягкий грим. У нас очень близко зрительный зал и сцена. Первый ряд у нас очень близко. Если мы будем делать такой грим яркий, резкий, допустим, такой вот чересчур характерный, то это все будет с первого ряда настолько видно. От цвета зависит очень много. Конечно, много надо знать, и потом надо находить общий язык. Приходя в театр, зрители не только восхищаются игрой актеров, но и не перестают удивляться изяществу и оригинальности сценических костюмов, которые буквально из ничего сотворяет Гульфия Исахметова и ее коллеги. В театре она работает с 1970 года и, несмотря на скромную заработную плату, уходить не собирается. Вот это платье, скажем, со спектакля «Борис Годунов». Дело было у нас ярмарка, сказка по Пушкину, вот о царе, о попе и это, и работники его, балде. И вот на эту сказку я сказочница, которая рассказывала, шила вот этот костюм. Общая творческая работа нашего цеха и Виктора Трофимовича Степанова. И получилась, я считаю, очень чудная, красивая шапка. Она играла в спектакле «Борис Годунов». Ну, тут практически все нами шитое, нашим цехом, так скажем. Ни один театр не может обойтись без реквизита. Во владениях Нины Николаевны Батрак чего только нет. Мебель, посуда, старинные подсвечники, царские посохи, церковная атрибутика. Список можно продолжать бесконечно. Реквизит каждому спектаклю хранится в отдельном сундуке. Тогда ничего не перепутаешь. Более 40 лет работая в театре, Нина Николаевна создает быт на сцене. Вина. Это не виски. Может, в прошлый раз это самое... Ниночка, ну, а это не виски. Я уже все так, сделаю. Это вот в ту сумочку, Ниночка. Порезано. Так, хорошо. Ты будешь резать. Ну, сама. Я дорезать буду, да? Так, это он несет. Нет, 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 оливье, оливье, я ж тебе... Не покупала, ты сказала, не покупай мне оливье. Нина, ну, миленькая, не порти мне настроение, солнышко. Ну, они же артисты, они же ненормальные все, а ты будь умницей. И, ну, вот сделай так, как положено. Я не имею права грубо разговаривать, даже не ответить во время спектакля на грубость. Мы не имеем права, хотя иногда хочется. То есть перед спектаклем вы все обязаны проверить до мелочей? Все. Вот... Как вот на этом расстоянии пепельница должна стоять, я не имею права ее сдвинуть туда, вот, потому что актриса не найдет. Вот так она должна. 100 спектаклей, 100 раз я должна поставить все на свои места. Такой казус был. Крошка у нас был спектакль. Артисты подшутили и положили бюст Ленина в колясочку вместо куклы. Вот. Потом актер говорит: Нина Николаевна, если бы это было другое время, вас бы посадили. Уже не один десяток лет не стихают споры вокруг театра в принципе. Говорят о том, что театр сегодня не востребован, что это отмирающее искусство. Так говорили с появлением кино. Но театр жил. Так говорили с рождением телевидения. Теперь появился новый информационный магнит – интернет. Но театр жив. Любим зрителям и каждый день доказывает свое право на существование. Уже несколько лет в Театре русской драмы художественным руководителем и главным режиссером
работает заслуженный деятель искусств республики Юрий Ханингабек-Назар. Он приехал в Астану из южной столицы. Мы сформировали такую боеспособную, способную большим каким-то творческим свершением труппу. У нас появилась группа молодых актеров, я не буду называть их имена, чтобы никого не обидеть. Ну, вот на моих глазах не увяло мастерство наших ветеранов, они по-прежнему в строю, по-прежнему на сцене, передают свое мастерство молодым артистам, и открылся целый ряд артистов молодых. Это то, что касается труппы. То, что касается меня, я на сцене этого театра осуществил свои давнишние режиссерские мечтания. Я поставил «Ревизора» Гоголя, которого хотел поставить очень давно, и вот «Преступление и наказание» Достоевского. Его идеи, подобно свежему ветру, способствовали созданию новой творческой атмосферы, появлению ярких, неординарных спектаклей, на которых всегда аншлаг. Волевой, целеустремленный, обладающий огромным творческим потенциалом артист и режиссер Юрий Ханинга обратился к темам, которые сегодня, пожалуй, наиболее всего интересны зрителям. История казахского народа. И обратился к творчеству одного из самых читаемых авторов последнего десятилетия Мухтара Шаханова. Жилма, выслушай мой последний указ. Похоронишь меня на том месте, которое я показал тебе 2 года назад. Убьешь всех, кто случайно будет находиться поблизости или просто проходить мимо. Когда ты закончишь обряд похорон, по этому месту прогонишь 10-тысячный табун коней и сравняешь могилу с землей. Моя позиция режиссерская остается неизменной. В театре люди должны или смеяться, или плакать. Но, во всяком случае, мы должны к этому стремиться. Если зритель искренне смеялся, искренне переживал с нами, и у него болела душа о чем-то, не свершившемся, то, значит, мы этот день прожили не зря и заработали свой черствый актерский хлеб честно. У главного режиссера театра много творческих задумок. В своих планах он вынашивает идею создания экспериментального театра, в спектаклях которого предполагает задействовать актеров всех 3 столичных театров. Это какая-то непостижимая тайна. В чем она? Я, к счастью, не знаю и, к счастью, не узнаю никогда. Просто когда вот этот магический квадрат, как говорил Булгаков, освещается театральным светом, и туда выходит 1000 лет знакомые тебе люди, начинаешь понимать, что все становится другим. А почему? Не знаю. Театр, магия, волшебство. Поэтому мы все вот здесь и живем. Не мешайте собакам жить! Театру себя нужно отдавать без остатка. Тогда его полюбит зритель. Мы стараемся идти ногу со временем. В театре намного укреплена материально-техническая база. Выпуск каждого спектакля требует значительных расходов. Мы все делаем своими руками. Работает поделочный цех, работает художественная мастерская. Для того, чтобы выпускать хороший спектакль, нужно где-то около 1 000 000 тенге. Бюджетом города выделено в 2 раза больше бюджетного финансирования. Вот. И я думаю, что вот при таком финансировании мы в этом году сможем намного укрепить свою материально-техническую базу. Сейчас идет, значит, репетиции постановки 2 спектаклей. Это «Соло для часов с боем», значит, «Мольер» и «Тартюф», значит, «Сказки жемчужного ожерелья». Для творческой работы, для роста артиста обязательно нужны гастрольные поездки. И мы планируем, я думаю, что мы, видимо, выйдем в Омск, в Павлодар, в Петропавловск. Ну, много очень городов, которые нас зовут. Основа театра, я считаю, что это должно быть его искусство, а все остальные работники нашего театра, весь остальной коллектив должен работать как раз на искусство. Как рождается новый сценический образ? Где, на каком этапе высекается та божественная искра, которая служит источником неповторимой,
непередаваемой атмосферы, эмоциональной насыщенности спектакля, которая держит зал. Когда актеры и зрители живут в одном ритме, в едином дыхании, на первых читках новой пьесы или на бесконечных репетициях, а может быть, по дороге в театр. Или все начинается с закулисья, с дружеских бесед, с актерских шуток, когда исполнители еще только примеряют на себе маски своих героев, как бы шутя пробуют голос, мимику, жесты. Пожалуй, это самая главная тайна театра и его великая притягательная сила. Сила актеров в том, чтобы чутко улавливать пульс современности и, откликаясь на него, дарить зрителям правду жизни о времени и о себе. История столичного русского театра драмы имени Горького продолжается. Но о метаморфозах его дальнейшего развития зритель узнает уже из другого фильма.